Кто воет там на улице? Ох, они тебя бабают, что я не могу. Ой. С Новым годом, с новым счастьем, с праздником всех влюбленных. Ой. Здорово, Катюх. А ты чё не спишь-то, а? Я только сейчас про ты чё не спишь? А, наверное, потому что на часах 3 часа дня, поэтому ты, наверное, не спишь. Катюх, чё за... Кто там воет? Чё там... А, вот это за окном. Что там, что такое там, Катюха, не могу понять. Ядрить хватить. Вот оно что. Перчик, ну ты хотя бы порешай иногда дела за меня. Ну ты видишь то, что я сплю. Ну ты мог каждому по правой пятке откусить, они бы все разбежались. А вот этому гомункулу большому красный глаз выкусить. Ну, Перчик, ну делай хотя бы иногда дела вместо меня. Йохан и бабай, ну что ж такое непонятно. Надо жахнуть кофеечка. Не поспать, не отдохнуть, не Новый год встретить, ничего на этой планете спокойно нельзя сделать, а? Делишки, ребятишки, всем привет! Новая серия защиты дома, защиты Катеридзе, защиты Перчика и защиты от этих... мадамы, я даже не знаю, как вас назвать, честное слово. Ну, вы, наверное, сбежали с конкурса Мисс Вселенная. Вот это самое красивое. Хоть вы и все как бы на одно лицо, но вот это почему-то самое красивое. Больше всего мне нравится. А вы видели то, что у меня шлемак с прошлой серии вот такой появился, а? Дом вы мой захотели захватить. Да, ничего страшного. Порешаем мы все в этой серии. Да, Перчик? Но, сразу тебе скажу, если перемотаешь этот ролик, я даже не знаю, что с тобой Дед Мороз сделает, честное слово, скорее всего, не подарит тебе подарок, а наоборот, заберет у тебя что-то из дома, телефон твой, допустим. Ничего не перематывай, дай мне одну минутку, и после этого мы с тобой сразу же продолжим делать дела. Больше чем половина моей аудитории — это ребята младше 14 лет. Я это вижу по вашим комментам. Почти все, кто знает про мой мерч, говорят мне то, что не могут его купить, потому что родители просто не разрешают этого сделать. Но! Подожди! У меня и у Альфа-банка есть офигенная новость для тебя. Сейчас я тебе покажу видосик и все расскажу. У Альфы появилась карта, которую можно оформить с 7 до 14 лет. Даже если у тебя еще нет паспорта и ты ходишь в начальную или среднюю школу, ты можешь получить собственную банковскую карту и выбрать для нее крутой дизайн. Да хоть с трансформером Бамблби. На ней будет написано твое имя, и ты сможешь пользоваться ей как полноценный клиент банка. Бесконтактной оплатой, кэшбэк. Тратишь деньги в кафе, ну, точнее в школьной столовке, кого мы будем обманывать. А тебе обратно возвращаются средства до 5% в месяц. В общем, кликай по ссылке в описании и уговаривай родителей оформить ее тебе. И хвастайся перед своими друзьями с новой банковской картой от Альфы. Пикачу! Сейчас мы начинаем, вот. Мы все подъедини. Перчик, фас! Фас, перчик, фас! Фас, откуси им все их причиндалы, я пойду отдохну. Перчик, фас, разберись, братан, разберись там сам. Катеридзе, что на ужин забабахала? Бесполезная собака, ладно, я тебе ухо почешу, на, перчик, на. Бесполезная собака, а мне нужно найти способ, как я могу избавиться от этих... старых кошелок, извините то, что я их так называю, но ты сам понимаешь, что с ведьмами дела плохи. Ладно, я в этой серии придумаю что-то, всегда смог придумать и в этой серии придумаю. У меня есть такая идея, а да, идея, конечно, она хорошая, но то, что у меня сломалась лопата, это очень даже плохо, сейчас я вернусь. У меня даже железа нет, чтобы я себе нормальную лопату взял. Ладно, ничего страшного, в следующей серии добудем. Я знаю то, что я не должен их сжигать, я знаю то, что я не должен их взрывать, почему? Кто не знает, кто не смотрел предыдущие серии, с каждого монстра выпадает золотая монета. Поэтому если я буду их сжигать заживо, то я профундяю все золотые монеты, не получу ничего. Я буду тратить много золотых монет на то, чтобы обезопасить защиту своего дома, но, к сожалению, ничего не смогу сделать, потому что все, что будет выпадать из них, будет сгорать. Подождите, не настолько глубокое. В первую очередь, я... вот сюда разолью лаву. Мне нужно будет много лавы, потому что вот этот весь ров я хочу как... А, не хватит, да? Не хватит. Значит, нужно вот здесь делать. В
Вот такушечки. Да, конечно. Много мне лавы понадобится для того, чтобы все здесь затопить. То есть мне еще нужно примерно ведер так 4-5. Поэтому, кошелки, не трогайте меня. Кто не знает, кто первый раз смотрит эту рубрику, монстры нападают только тогда, когда наступает ночь. Днем они вообще безоружны, днем они вообще ничего не делают. Я ищу лаву, но бесплатные гамбургеры мне тоже никто не помешает найти по дороге. Иди сюда, говядина, говяшка! Как Катюха называет, я не знаю, почему Катюха называет говядину говяшка, но это прикольно. А может в этой деревне что-то будет? Уважаемые, там проблема такая. Там жены ваши сбежали, жены, вода. У них такие же носы, как у вас, они также всю жизнь стоят с перекрещенными руками. Вы очень друг на друга похожи. Жены ваши там сбежали, забили, давай я тебя отведу. В ту сторону, вот там, возле моего дома, забирайте своих кошелок, забирайте своих дочерей, забирайте своих сыновей и увози... Забери жену свою, она ко мне пристает! Ой, сложно, слушайте, а я вообще в этой деревне был, у меня такой вопрос. А, да, был, потому что здесь лавы нет, ладно. Я-то, конечно, здесь был, но еду-то я почему-то отсюда не забрал, вот в чем проблема. Я сейчас все это стараторю и, в принципе... Я смогу всех прокормить, не только Перчика и Катеридзе. А себе на год вперед еды обеспечу. А лава-то у вас есть? Скажите то, что где-то здесь есть лава. Опа, это картофанка. Картофанка! И морковка, картофанка, как прекрасно. Отдайте. Так, еда есть на год вперед. А вот лавы... зиро. Слушайте, а что если мы воспользуемся самым нубатским способом на этой планете? А что если мы просто прокопаемся вниз? Опа! 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 Вы только посмотрите! Вы только... Какой я молодец! Какой я молодец! Не зря я сюда пошел! Здесь у нас и лава, ёханый карапуз, такушки, оладушки, сюдадушки. Вот, и какая высота? 11-я, слушайте, да я, если здесь еще и алмазы найду, я буду вообще просто гипер-супер-мега-человеком. Но алмазов я, конечно, здесь не нашел, поэтому я попросту добуду железо, да и все. Нет, конечно, все прекрасно, но было бы еще лучше, если бы я здесь нашел какой-то сундучок, это раз. Было бы еще намного лучше, если бы я здесь нашел хотя бы парочку алмазов, это два. Было бы намного круче, я ничего не вижу. Ой! Тихо! Опыт, отдали быстренько. Но в эту шахту 100% нужно будет вернуться, потому что потенциал у нее есть. Я так думаю, то, что здесь действительно много всего будет интересного. А пока... I'll be back! Да. Перчик, охраняй, перчик. Так, уголька у нас немножечко есть. Прямо сейчас я пережарю немножечко железа. Оп, хватит. Да, прям замечательно. Все! Все, кошелки, но подожди, это еще тоже не все, Я тебе сейчас еще кое-что интересное покажу. Я потрачусь немножко и куплю вот эти невидимые блоки. Да, я потратил. Я не знаю, сколько я потратил, но в любом случае, мне кажется, этого хватит. 20 невидимых блоков, которые пропадают, если ты на них наступишь. Давай я тебе покажу, как это работает. Не, мне кажется, 20 все же не хватит, но вот так. Как только ты наступишь на один из этих невидимых блоков, они сразу же пропадают. Да, 20 точно не хватило еще, мне кажется, 20 нужно купить. Это еще 10 золотых монет я прямо сейчас потрачу. Но ничего страшного, мы сейчас их всех запиндолим. Давайте сразу еще посмотрим. Я потратился еще на одно ведро лавы, потому что одного не хватило. У меня есть еще немножечко шипов. Давайте мы купим еще хотя бы 2 шипа. Вот сюда. И патрончики. Есть у меня граната, мина. Ну, давайте купим, да, на всякий случай мину. 6 золотых монет у нас еще в запасе осталось. Потому что, как вы видите, никто практически не сможет заметить то, что здесь у меня огромнейший ров из лавы. Подождите, я сам забыл, где он находится. Да, все, хорошо. Вот так пускай будет, чтобы я просто знал. Я перепрыгну и поставлю сюда мину. Вот на всякий случай. И перепрыгну обратно. Ничего такого сложного у меня нет. Я сюда еще поставлю несколько шипов. Вот так вот. Если они все же додумаются сюда пройти, то чтобы эти шипы хотя бы как-то их остановили. В принципе, все. Я думаю, то, что можно начинать. У меня есть... Сколько патронов здесь у меня есть? 6 патронов. В этом автомате и в этом пистолете у меня 12 патронов всего лишь. Еда есть, пережаренная еда. В принципе, дожидаемся ночи и приступаем к сражению. Перчик, заострай свои зубы. Они тебе 100% сейчас пригодятся.
Я надеюсь, после этой судной ночи мы с вами сможем выжить. А если тебе нравится эта рубрика, напиши в комментах, я обязательно сделаю продолжение, если ты поставишь лайкусик прямо сейчас. Не зря же я каждую ночь сражаюсь со всякими демонами, ведьмами и прочей нечистью. Все, что мне нужно, это прямо сейчас туда отправиться, заманить их к себе домой и просто укокошить. Ты готов? Я не готов, но у меня другого выбора нет. Все. Потопали! Давайте, 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 давайте! Ай! Кто-то упал, но кто-то не упал. Давайте, 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 миленький, давайте. Потихонечку, потихонечку, каждая должна упасть. Каждая должна упасть. Да, да почему я сам на мину наткнулся? Да ёханый ты, бабай. Падайте, 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 падайте в лаву. Ёпер, СТ. Не-не-не-не, ребятки, так дела не делаются. Падайте в лаву, в лаву, в лаву, в лаву, в лаву, в лаву. Опа, еще одна, еще одна. О, какие вы молодцы. Давайте, давайте, по одному, по одному, по одному. Перчик! Они перчика выманили! Падайте в лаву! Не трогайте мою псину с псины! В лаву, в лаву, в лаву, в лаву. Да, давайте, давайте, давайте. Все по одному, по одному, по одному. Вы какие-то тупенькие немножко. Да, да падайте, я сказал, в лаву. Давай, давай, давай. Опа, минус одна. Да, туда, 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 туда. Туда, туда, я сказал. Все, 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 не пуляйте, не пуляйте. Да че вы, типа, с расстояния только можете, да? А, они перепрыгивают. О, минус одна. И ты тоже можешь туда. О, давай я тебя столкну. Да подожди, подожди, гомункул огромный. Подожди, да. Ай! Они меня чуть сами не столкнули. Перчик! Где псина моя? Перец, иди сюда, помогай, помогай, помогай. Давай, 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 давай. Не надо жопой асфальта прядь чесать. Давай ты его бей, а я вот этих всех убью. Да, я сейчас перезаряжусь. Только смотри, не убей мою псину. Тихо, тихо. Давай, давай, ты можешь, в принципе, вот сюда. Иди. Они умеют перепрыгивать, но я их буду сталкивать. Давай, иди сюда, перепрыгни. Опа, опа, какой молодец. Опа, только я тебя сам столкну. Я сказал, столкну тебя. Да, ёхан ты бабай. А-а-а, твою так! Ты смотри, какая ведьма умная. Ах, ты же. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Не трогай. Он почти убил мою псину. Давай, 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 перчик, давай, 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 миленький мой, мы с тобой справимся. Давай. Перчик в лаву упал, перчик, ты дебил, ты дебил. Все, перчику хана. Ну ничего, он сейчас воскресится, я по крайней мере на это надеюсь. Давай, подошел, подошел сюда. Давай, 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 да, по шипам какую. Да, в принципе, ты можешь там, ну смотри, ты можешь вообще на шипах там застрять, мне здесь нормально. Угу. Ну смотри, я пока кофеечек попью, ты можешь сам поумирать. Ведьма, конечно, я вижу то, что у тебя посох. Ты вообще, наверное, Гарри Поттер как. Или Гэндальф из Властелина кольца. Щит ты смотри, какой у него. Перчик, не утруждай себя, не утруждай. Посиди там, ты видишь, дебил нам какой-то попался. Ой, слушай, хорошо, хорошо, я здесь посижу. У меня есть какие-то патрончики, я могу тебе помочь. А, вот, ты сам себе помог. Опа! Сколько золотых монет выпало, перчик! Мы с тобой практически ничего не сделали. Не, ну конечно, ведьмы умные оказались. Я не думал то, что ведьмы умеют перепрыгивать вот эти ловушки. Зря я, наверное, тогда собирал столько много лавы, это раз. Но ладно, я это не буду застраивать. В следующей серии нам 100% пригодится. Конечно, я потратил 6 золотых монет на то, чтобы купить мину, а в итоге она мне даже нужна не оказалась, и я сам на ней взорвался. Так, а что с ней? С нее еще цветочек выпал. Ну, этот цветочек я, конечно же, подарю тебе. Не тебе, собака. А вот Катюха. Этот цветочек я посвящаю. Я стою на колени. Стою на колени. Опа! Тебе, Катюха! Держи! Забирай! Нюхай! Только аллергию не схвати. Так, а у меня... Кость! Конечно, есть кость. Перчик. Держи косточку. Вот, держи. Дебил! Я тебя погладить хотел! Да отстань от меня, псина! Ты что, ты тут... Ёпер, эс... Да ёханый ты, бабай, ну какая же непослушная собака. На, держи кости, отстань! Еще одну на, держи! Катюх, закрывай ворота! Псина вообще с ума сошла. Не забери свой цветок. Перчик, у меня пистолет есть. Конечно, здесь патронов нет, но ладно, ничего страшного. Вся бронька сгорела. А это значит то, что в следующей серии мне нужно новую скрафтить. У меня есть всего лишь 13 железа. Все, там и сиди. Сядь на сено и грей свою задницу. Ой, ладно, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Сейчас я сниму вот этот шлем свой. Я тебе скажу огромнейшее спасибо. Ты знаешь, что нужно делать, если хочешь, чтобы вышла следующая серия. Я обещаю, как только мы с тобой наберем здесь, ну давай 15 тысяч лайков. И если ты подпишешься на канал, обещаю то, что сразу же выйдет новая серия защиты дома.
У нас сегодня был якобы лавовый дом, лавовая ловушка. Она сработала примерно на процентов 50. Кто-то сразу в нее упал, кого-то я столкнул, а кто-то вообще перепрыгивал. Не самый эффективный способ. Скорее всего, нужно в следующих сериях будет делать двойной ров. То есть не одиночная линия блоков с лавой, а двойная линия. Мне кажется, она будет намного эффективнее. Но это все будет в следующей серии. Я тебе скажу еще раз огромнейшее спасибо. Всем удачи и всем пока.